следующим слово господину послу Российской Федерации в Эстонии Александру Петровичу. Уважаемый господин вице-мэр Михаил Кулбарт, уважаемые дамы и господа. Это моя первая рабочая неделя в Таллине. Я в это воскресенье прибыл в столицу Эстонии и приступил к исполнению своих обязанностей в качестве посла нашей страны, вашей страны. See on minu esimene töönädal. Ma alles saabusin ja asusin oma kohustusi täitma. Ma olen siin alles alustanud. Me многочисленных контактах с эстонскими представителями обсуждаем самые различные вопросы, касающиеся и политики, и экономики. Me arutame Eesti esindajatega väga mitmesuguseid küsimusi, nii majanduslikke kui политились. Дискутируем. И признаюсь, далеко не всегда нам удается прийти к общему мнению, привести вопросы к общему знаменателю. Meil toimub palju diskussioone, arutelusid ja pean tunnistama, et mitte alati jõuame iseni. Но там, где есть полное внимание, единство мнений, это как раз область культуры, где нельзя не признавать тот вклад, который наша страна внесла в культурный потенциал всего человечества. Ühisele meelele oleme alati jõudnud kultuurivaldkonnas, sest me peame tunnistama, et meie riik, meie rahvas on teinud väga suure panuse mitte ainult ka Eesti, vaid kogu maailma kultuuri. Мы рады, что культурное сотрудничество между нашими странами развивается и наглядно показывает преимущества для обеих сторон. Meil on väga hea meel, et meie kultuurikontaktid süvenevad ja arenevad ja need näitavad ka neid eelised, mis selle läbi saavutud. Преимущество знания, более глубокого знания о соответствующей стране. Ja need on need eelised, mis sisaldavad tõesti sügavat teadmist teise maa kultuurist, keelest. И в этом смысле я приветствую, хотя господин Келлвит сказал, что он очень любит слово традиция, но в этом смысле я выступаю за продолжение добрых традиций. Фестиваль «Золотая маска» проводится уже в 11 раз. И очень хорошо, что такая традиция соблюдается, и я надеюсь, так будет и впредь. Ja kuigi härra Avilinnapea tahtis vältida sõna traditsioon, ma siiski tervitan seda mõistet ja seda, et kuldne mask ikkagi jätkub traditsiooniliselt nagu igal aastal ja 11. korda. Поэтому я благодарю, во-первых, организаторов этого фестиваля. Они проделали огромную работу, и, как мы видим, эта работа была проделана не зря. Seepärast tahan ma tänada, väga tänada selle festivali korraldajad, kes on ära teinud väga suure töö ja see on väga kiiduväärne töö, mis on selle festivali edupainis. Мы со стороны посольства готовы и впредь оказывать всю возможную поддержку и проведение в дальнейшем этого крупного культурного события. Saatkonna poolt oleme me alati nõus ja valmis toetama seda üritust omalt poolt. Желаю успеха фестивалю, а всем тем, кто будет присутствовать на этих спектаклях, приятных часов, знакомства нашим театральным искусством. Ma soovin korraldajatele suuri kordamine, kuid edaspidiseks, aga neile, kes külastavad etendusi, soovin ma meeldejäävaid elamusi, tutvudes nende uute pärjatud lavastustega. Спасибо за внимание.